наверное, просто невозможно, в том числе финансовых технологий. И мы сейчас, во-первых, мы очень плотно сейчас работаем с Роскосмосом, и у нас большая команда сейчас вместе с Роскосмосом работает над ситуацией в космической отрасли и пониманием стратегии развития космической отрасли. И мы точно в космос придем, вот в каком виде мы сейчас обсуждаем, у нас несколько, скажем так, вариантов вхождения на столе. Нам, ну, я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли, но, к сожалению, похоже, что нет. Спасибо. И действительно, ну, на сегодняшний день там у нас есть ряд системных проблем. Если ситуация там со спутниками у нас сильно сделала шаг вперед, появились очень конкурентоспособные частные игроки, то наземная инфраструктура и системы доставки, они остаются государственными, нет ни одного частного игрока здесь, и можно, конечно, повышать конкурентоспособность Роскосмоса. И в этом смысле, ну, есть чем позаниматься всем, я думаю. Роскосмос сейчас активно, в том числе, привлекает и агитирует, и нас в том числе агитирует за то, чтобы приходили новые игроки в отрасли и помогали в развитии отрасли. Как это можно поучаствовать? Это, на самом деле, серьезная тема. На ходу ее обсуждать, наверное, не получится, но то, что мы все будем очень активно использовать сервисы космические, ну, начиная от всей инфраструктуры связи. Ну и слава богу, что сегодня у нас там одна из наших компаний сегодня очень сильно продвинулась и создает аналоги тому, что сделал в части связи Маск. И будем надеяться, что в России с нашей территории это просто крайне необходимо. Ну а для нас это просто инфраструктура доставки наших сервисов до наших клиентов. Ну и целый ряд других задач. Дистанционное зондирование Земли. Мы сейчас используем спутниковые снимки. Обучение наших моделей. У нас есть огромные направления с моделью геометрика, которая использует дистанционное зондирование Земли, спутники. И, конечно, все, что связано на этой же модели, мы делаем предсказания ESG. Да. Наши ребята достаточно точно предсказали те наводнения, которые были в этом году. И, в общем, мы много услуг начали предоставлять как бизнесу, так и субъектной федерации здесь. И везде в основе космос, космос, космос. Это беспилотная авиация и космос – это то, без чего нам завтра будет невозможно. Спасибо. Можно.